Здравствуйте, товарищи! Мы рады представить вам книгу «Подземные реки Москвы». Да-да, это про ту самую Неглинку, Пресню и другие малые водотоки, которые на сегодняшний день спрятаны в коллекторах. Описание рек и ручьев представлено тремя блоками – название, местоположение и, собственно, сам коллектор. Практически каждое описание снабжено фрагментом старой карты, на которой водоток показан еще в открытом русле. Так что при желании можно узнать, какие реки протекают рядом с вашим домом, местом работы или учебы. Чтобы пользоваться книгой было удобнее и интереснее, мы включили в нее приложения, в которых освещены следующие вопросы. Почему реки убирают под землю? Что из себя представляет речной коллектор и как он работает? Как выглядят подземные реки изнутри? И многие другие моменты. Также есть словарь терминов, подборка карт речной сети Москвы, небольшой фотоальбом и разбор ряда мифов о подземных реках. Наша книга рассчитана на широкую аудиторию и будет полезна не только жителям Москвы, но и всем, кто интересуется подземными сооружениями. Электронную версию можно скачать бесплатно на нашем сайте, на Amazon или на сайте издательства. Все ссылки даны ниже, в описании к видео. Печатные экземпляры доступны в двух вариантах. Мягкая обложка, такой можно купить на Озон или на сайте издательства. И твердый переплет, такой можно заказать через наш сайт. Товарищи, обращаем ваше внимание, что данный проект не коммерческий. Поэтому электронная версия книги распространяется нами бесплатно. В ряде интернет-магазинов установлены минимальные расценки, учитывающие интерес только самих магазинов. Та же песня и с вариантом в мягкой обложке. А средства, полученные от реализации печатных экземпляров в твердом переплете, идут на заказ новых тиражей. Так что убедительно просим вас поддержать книгу хорошим отзывом, лайком, репостом или еще чем-нибудь. Кстати, мы продолжим выпуск роликов о подземных реках Москвы. Итак, с вами был товарищ Хелл, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Желаю всем удачи, пока!